мне похуй. Я делаю, что хочу, мне похуй на твои сопли аккуратные. Твое время закончится под бой курантом. Так нужны эти банкноты, ведь мой район — это болото, мужик. Ну, слушай, я на самом деле не могу ничего о себе сказать. Я не знаю, должна говорить толпа, но... Ну ладно, я пиздатый. Я новое имя в хип-хопе. Я Игорь Саман! Это ставка батл, и наши ноунеймы вынесут ваших звезд! Ну что ж, наша следующая пара, первый из них. Рэпер Романтик, Дежавю! Его оппонент, парнишка совсем не имеет опыта выступления на сцене, но это не помешало ему оказаться в финале. Аккуратный! Ну что, парни... На кроссовки никому не надо, у вас по 4 косаря есть-то? Норм кроссовки, да, у тебя? Ты так считаешь. У тебя что там? Не нужно, да, ничего тебе? Окей, начинает Дежавю! Йоу, всем! Че, погнали, сделаем жару. Делаю, что хочу, мне похуй на твои сопли аккуратные. Твое время закончится под бой курантом. А что про меня ты скажешь? Я дрищ обсаженный, больше фактов. Но на без лейбла, как артефакт. Я заберу то, что принадлежит мне. Я делаю из себя полный трэш, yeah. Я забираю свой кэш, я заберу то, что принадлежит мне. Я делаю из себя полный трэш, yeah. Я забираю свой кэш. Слово без панча, так мало качеств. Фу, не плачь, а так и неудача. Слово сдачи убивает подача. Моя удача, тебе точная задача. Слово на беде, новая идея. Снова дитю экрана, уберите нахуй всех мазь. Это стой, где порождается этот день. Выбор за тобой, смех и запретный грех. 100 млит, стол накрытый, стоп, ты набитый. Этим хламом ты сытый, сотня битов. И ты забытый, нахуй фриков. Я тоже сердитый, нахуй фризы. Заебаля сытый, нахуй диз. Это не лидер, ты шитый, считай раста. Тебе нагибает твой же принцип. Вторая половина дня для тебя настала. Время жечь до потери пульса. Мыши серого города прячутся по своим норам. Это зим до утра. Черная пумпа, катакумба, морду кумбат. Я врубаю свою кумба, X2. Доброе нежное слово, война. Завяжите мне глаза автостопом, да и затопы. Я расщепляю их на частоты. Я кладу в стопы все ваши топы. Талант на месте, врываю стопы. Притонах смеси, я не знаком. Притоны в теме, все незакон. Восьмая встреча, лицо фантомов. Старая встреча, сожгу любого. Пошумим, блядь. Аккуратный! Я. Ну чё, я думаю, можно начать. Снэкбэк, эй, снэкбэк, снэкбэк, все типа снэкбэк.
Снэкбэк плюс кросс Джордан. Это Москва, я отсюда роду. Мой клоун на битах заработан потом. Ты сам знаешь по жизни, кто ты. Аккорды, но ты друзей не продал. Себя не меняй, но меняй моду. Мне так нужны эти банкноты. Ведь мой район это болото. Плавно дышим, нашли нишу. Ты нас не слышал, лови спешл. Только люди с моралью выше. Как жить в мире, если каждый грешен? Я на звуке помешан, парень. Да мечты не достал руками. Но когда я рядом, это оригами. Словно ярко горю огнями. Стер с головы все, что предлагают. Стираю гниль, жму на педали. Таких, как ты, сука, тут рядами. Этот опыт нажил с годами. Свое заберу без слов, отдай мне 4.20. Дай мне свое заберу без слов, отдай мне 4.20 на нашем тайме. Сделал себе сам, мне не надо что-то байте, наладьте. Ты мечты пока выпивайте, не налегайте на грязь. То, что принимайте, оставь на другой день. Обнаю память, не важно, что вы обещаете. Главное заставить лавэй в карман идти. И мне не по пути с теми, кто себя не победил. Я пока на старте, в запасе еще много сил. Step back, cross Jordan. Это Москва, я отсюда родом. Мой флоу на битах, за работом, потом. Ты сам знаешь по жизни, кто ты. Аккорды, ноты не продал. Меняй себя, но не меняй моду. Мне так нужны эти банкноты. Ведь мой район это болото, мужик. Всем спасибо большое. Е-е, ставка, дайте максимум шума. Ну что, давайте Типси начнет, а сейчас вы его опять поставите в позицию. Меня не поставят. Да здесь прям ясно видно. Так, сейчас я вас расставлю по позициям. Первый, как назывался, Дежавю? Очень хорошее исполнение. Хорошее исполнение, качественное. Текст не всегда разбирал, но так тоже не отметил, ничего не запомнил, кроме того, что я буду спереди, а ты сзади. Да, тут да. Я не понял, блин. Это с первой пары идет или со второй? Спереди и сзади. Ну я понял, ну такое. Просто исходя из предыдущих некоторых пар, уже как бы такое ассоциация возникает разная. Ну круто, сделал нормально. Второй по зачитону, это у нас аккуратный по зачитону, тоже крутой. Я думал, сейчас кто-то усрется по зачитону. Нет, не усрался. Молодцы оба по зачитону. Общее впечатление, аккуратный создал больше. Ну и по тексту некоторые моменты я отмечал, все-таки были интересные. Так что спасибо обоим, пацаны, это была пока самая сильная пара. Спасибо. Аккуратно. Йоу, рэп. Во-первых, ребят, обоим хочу сказать, бля, ну вы хорошо даете, подаете классно. Вы с толпой не работаете, почему? То есть у вас охуенные треки, у вас качать, да, вы можете прям ебать, раскачать толпу, вы как-то в себе. Ну ладно, это, я думаю, с выступлениями у вас потихонечку накатываться будет. Что хочу сказать, оба трека охуенные. Единственное, вот, по-моему, попытался прыгнуть немного выше головы, задыхался ты на куплетах. То есть я замечал вообще, но довольно часто у тебя с дыханием, я прям слышал твои вот эти периодически. Но это круто, типа резкие вдохи. Клево звучало, на самом деле, да, я тоже обратил внимание. Вот, если пишешь сложный, типа, так, ну, техничный трек, надо над дыханием, конечно, работать. Вот, и общее впечатление оба парня создали очень классное. Но вот чисто за технику от меня аккуратно. Сань, ты можешь, в принципе, не говорить уже ничего. Да не, как это не говорить? Если честно, меня очень подкупает, когда вышел аккуратный. Это прям так искренне, вот, блять, он выходит, и ты хочешь ему поверить, он так звучит, но, сука, читает не в бит вначале. Думаешь, ну что за хуйня? Потом ты выправил и начал круто делать. Ну вот, как полагается. Я знаю, про что ты читаешь в своих текстах, ты говоришь, это болото, да, это реально болото, чувак, это твой шанс, ну, это круто. Вот это вот, ну, прям, это цепляет по тексту. А Дежавю, мне кажется, просто батл, как таковой, это немного не твое, но ты себя не показал. Но показал прикольное исполнение, и только ко второму куплету ты разошелся нормально, показал свою подачу.
И, чувак, вот я с тобой еще поработаю, ну, я к тебе лично подойду. Вот я вот с тобой я готов ездить по городам, с аккуратным нет. Мой голос за дежавю в любом случае, как бы не было. Чувак, спасибо тебе. Это было здорово. 50 помогли? Чувак, ты дальше идешь. Пошумим, Ставка! Ну, слушай, я на самом деле не могу ничего о себе сказать. Я не знаю, должна говорить толпа, но вообще в целом я критикую себя. Я считаю, что я еще не дошел до того определенного уровня, который должен быть. Ну ладно, я пиздатый. Я новое имя в хип-хопе. Вот. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Базаришь. Слушай, мощный. На самом деле, вот Санек, который организатор этого мероприятия, он все правильно сказал. Вот с ним бы я поехал на города. А я такой, ну, типа, знаешь, шоу устраиваю 140. Если почитать, звоните, то есть. Если быстро надо почитать, звоните, то есть. Слушай, судьи крутые. То есть я и на прошлом интервью это говорил, потому что они сбалансированы. То есть должен был быть чувак, который, в принципе, отношения к рэпу не имеет, но он как-то его ломает. Ну, то есть мы про вот этого видеоблогера, который сейчас новый, он новый звук же, блядь, хуесосит там всех. Типси-тип. Ну, слушай, это старая школа, мужик. И, понимаешь, сначала же старая школа зарождалась, а потом новая. Ну и понятное дело, что старичкам-то должное отдавать нужно, это уважение в любом случае. Ну, Санек, естественно, Санек организатор, понятное дело. Уходя в себя в фристайле с бетонными стенами, биться за свободу, не выходя из темени. А так подумаешь, где же наше поколение? Но ты не думал, когда ночью вырубал растения. Я роняю запад! Я роняю запад! Я роняю запад! Рэп скучный, хуйня! Красава, братан! Ну да, это надо было как-то разбавить. Да, 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 блин. Не вырезайте это. Все, давайте пока, пацаны. Меня тут это уже все. Я пошел.